Марафон Т-34 «Легендарный танк Победы» – онлайн-мероприятие штаба волонтера просвещения Нижнетагильского педагогического колледжа номер 1. Проект стартовал по инициативе Министерства просвещения России и направлен на работу в образовательной, патриотической, благотворительной и других областях. В этом марафоне мы составляли посты, которые состояли из некой информации про Великую Отечественную войну, про подвиги героев, про различные случаи, которые как-то могли повлиять на молодежь и воспитать у них патриотические взгляды. В первую очередь марафон был рассчитан на представителей интернет-сообщества колледжа, студентов, педагогов и их родственников. Однако присоединиться к нему мог любой желающий. Всего откликнулось более полусотни человек. Знакомясь с историческими страницами, участники должны были ответить на вопросы, с ними связанные. Порой для этого требовалось отдельное обращение к литературе. В итоге победителем признана преподаватель Марина Перезолова. В нашей семье есть дедушка-танкист Т-34, это его родной танк, на котором он воевал и дошел до Берлина. Идеи, так скажем, и самой себе задачи победить у меня не было, но так получилось, возможно, просто желание узнавать что-то новое и проверить свои знания, они в этом плане помогли. К столетию отечественного танкостроения, которое отметят 31 августа, волонтеры просвещения намерены провести акцию «Армата Кросс». Она должна состояться на открытом воздухе и будет связана с командным конструированием моделей танков.